Так, всем привет! Сегодня очередная бытовая проблема. Загудел пылесос. Сильно-сильно загудел. Вот. При том, как пылесосил, нормально работал, потом сильно начал гудеть, аж звенеть начал. Как на взлетной полосе на аэродроме. Вот. Значит, сейчас я продемонстрирую. Вот, в общем, очень сильно загудело, особенно когда пылесосишь в процессе того, как ведешь щетку, то еще гул еще больше становится. Сейчас он сухой, вылил воду, потому что воду вообще засасывало аж в двигатель, аж через фильтра, тут все мокрое было. Ну, сейчас будем разбирать, смотреть, чистить, наверное, а там уже в процессе посмотрим. Ну и для начала разбираем сам пылесос. Я думаю, причина проблем во всех пылесосах может быть одна и та же, а конструкция пылесосов разная. То есть нам нужно разобрать корпус в этом пылесосе, а в вашем пылесосе тоже нужно разобрать и добраться до мотора, до щеток, посмотреть мотор, щетки, лопасти, ну и все остальное. Для начала разбираем, добираемся до нашего двигателя. Так, вытащил щетку с одной стороны, проверяю, вот у нас щеточка. Сколько она у нас? 25. Это хорошая длина. Так, вторая щеточка. Чуть-чуть меньше. Да не, 25 тоже. Тоже 25. Щетки у нас в норме. Значит, разобрал я мотор. Снял, легко у меня снялся этот вот вентилятор, скажем так. Открутился. Проблема была только вот в этом корпусе, который он закрывал. Вот. Очень проблематично было снять эту крышку. Просто сбить ее. Она не откручивается, а просто сбивается. Так, вот сам двигатель. Значит, и вот вся причина. Вот если слышно, то есть свистел этот свист и гул, который стоит у вас в пылесосе, вот при том, как я только что показывал в начале, как он загудел и засвистел. Вот причина этого свиста. Вот, я думаю, слышно, он и пищит, и шумит. Так что, если у вас появился такой гул, явно, что нужно менять вот этот нижний подшипник. Нижний подшипник, на котором держится вот этот вот вал. Не верхний, тут есть еще верхний подшипник. Вот именно нижний. Зашумел. Так что, такие вот дела. Ну, в моем случае я буду менять полностью двигатель, так как он у меня развалился. Все, всем хороших ремонтов. Пока.